Да. Ты за кого? Я не за кого. Ну. Ты готов? Да. Значит, за Т. Ну, и? Я здесь. Get matches, сервер в рапер. Даже я слышу этот звук. Он вообще, он разорвет уши зрителям просто. Я себе вчера такое кресло купил. Компьютерное. Какое? Не представляешь даже какое. Ну, как сказать. Я в него просто... Мы ходили, короче, выбирали кресло. И... Типа, мы ходим, мы смотрим, там, типа, кресло 7 тысяч, 10 тысяч. Ну, там, ну, вроде удобно. Ну, можно в интернете заказать, наверное, будет дешевле. Потом просто заходим в какой-то магазин, и там нам, типа, кресло какое-то приглянулось, я на него сел, просто утонул, понял, что я беру это кресло, потому что оно супер мягкое, супер удобное. Вот. А потом смотрю на ценник, оно, блин, 17 стоит. Но я все равно его купил. Теперь буду бомжевать. Ой, жестко. Но оно такое крутое. Слушай, у меня ниже ста не опускается. Но лагает. Лагает непонятно почему. FPS не падает, но у меня лагает реально вот тяжко. Ох ты. Так, картинка-то есть. Пацаны, надо зайти в чат на Good Game. Во, слышишь, народ поливал. Так, плюс райт. Чё, трансляция работает? Работает. Скажите, есть ли картинка? Минус райт. О, за нас Неол играет. А против Докер. И задержка работает. Вообще все шикарно. Сейчас мне, если еще скажут, что работает картинка, то будет вообще шоколад. Ай-яй-яй, как флешит. Чё, погнали? Ага. Всем привет еще разок, кто только что зашел. Мы сегодня покрабим вместе с Ханаткой Захаром ФГЦЛчик. 5 игр подряд, наверное. Ну, 5? Может, перерыв что будем так делать. Мало, лол. Что так мало? Мне ливнуть надо будет. Вот, начали мы с Инферно. Я в ковры пойду. Тут какие-то... Чё, ББХ, да, случилось у тебя? У меня ББХ случилось. О, картинка, говорят, есть. Ладно, я выключу музыку, кажется, тут будет интересно. Синдикат, да? Да. Слышит. Все, мы вернулись. Это просто. А кстати, надо посмотреть. Да, надо чуть-чуть растянуть это как эту штуку. Вот, даже вот так вот, наверное.
Вот так вот, все. Маленький баннер. А ты можешь за чатом приглядывать? Нет, зачем? Не хочешь? Кот, отвали от меня. Это ты в окне играешь, а не я. Нюл-то тащит, смотри. Да, вчера не смог взять квалу, сегодня тащит. Лучше играть на планете, боже мой. А еще я френды вырублю. Вот это будет шик. О, на Good Game кто-то ворвал. Кстати, на Good Game надо залогиниться, чтобы я банил людей. О-о-о. Хотя, фиг с ним. Ты тут такой сик-клатч не показал, мне кажется. Не он взял, да. Какой он красавчик. Ты бегу. Давай, в игре сиди, я не понимаю. Я в игре, я в игре. Встречаю Аркаду Банан. Ага. Тебе сейчас там так встретят. Синдикат? Да. А я его нашел, он за цементом. Перебежал на Банан. Ну, к себе на кафель. Так, надо чат вырубать, я чувствую. Ты где? А, это ты со мной ходишь? Это, наверное, шутка. О-о-о-о! Больно! Все, ливаете. Не, я очень медленный и нудный игрок, просто я не могу против таких игроков, как Синдикат, играть нормально. Ну, Синдикат я убил. Ну и что? Должна пойти игра. Как ты быстро выкидываешь гранаты. Встань с меня. Я еще и стреляю хорошо. Угу. Вот так вот берется раунд просто, даже как бы на планк просто не нужно выходить, чтобы раунд взять, я понял. Да. А-а-а, нет, понятно. Не берется. Запрыгнуть не мог. А свой даже не понимает, откуда убили. Mm. Оп. Смотри, живет до сих пор. Все, ГГ. Неолу не взять. Ну, только так, если. Я встану бананчик. А как чат отличается? HC и текст тайм 0. Нашел? Да, спасибо. По дефолту 12 стоит. Да, спасибо. Полезная командочка. А ФГЦЛ вообще божественная. Да. А меня аркадят. Меня плохо зааркадили. Еще есть на апельсинах. Ой. Ты так говоришь, как будто мне это интересно. Да. Ну видишь, команда со мной ходит. А ты... Да ёкало мане. Короче, я пошел нафиг отсюда. Ну, я к бомбе. У тебя бомба? Да, у тебя. Один в песках. 20. Под навесом. Хорошо. О, мне кажется, мы знаешь, что делаем? Мы фастаем банан. Мне тоже так кажется. Мне кажется, вот только не надо было вот так сделать. Вообще было бы круто. Господин Фурикс. Я дымок кидаю. А понятно. Пофиг просто. Но он в упоре стоит, боже мой. Да я понял, я ослеп. Нет, нужно вот так вот по одному выбегать, Овка. Он стоит в упоре, у него минус 35, он в молоко слепое. Вы стоите, сака стреляете, гранаты кидаете какие-то непонятные. Флорикс уже... Ну, короче, забей. Ладно. Это бабеха. Все, я понял. Тактика халда. Пока есть. ФКЛ. Не, я буду убивать этих банановых воинов. Я их буду жестко карать. А я буду халдить.
просто у нас в спальне день, ну, как там это называется, короче. Люблю так играть на флюка или просто сами привыкли. Да как? Вот так. Да забей, я бегу с флешкой, не вижу врага. Стрефанулся за стенку, стрефанулся обратно, он вышел. Но это я сам виноват. Я долго думал, кидать или нет. Ну давай, Захар. Ну просто, блин, меня с трех сторон расстреливают, а чуваки на втором медле в коврах стоят, да. Давай что-нибудь вдвоем сделаем. Есть одна стратегия. Какая? Ну, как дефолтная. Нижние ковры и ковры. Давай. Ты в нижней. Я слышал, отличная стратегия. Ну, прошлый Миксин Инферно, он с тобой работал. Что такое у меня дигл? Я тоже дигл. Ну, пойдем. Ворвем. На минус. Не надо никуда врывать. Давай мидл. Пойдем. Ну, у нас диглы. Че халдить? Пойдем, ворвем на минус. Пойдем. А флешка над головой у человека взорвалась только что. Ну, это ж фигцел. И не говорите мне, что не взорвалась. Че ты паришься? Я прям над крышкой ее кинул прямо ему на голову. Ладно, я понял все. Окей. Давят наших! Ой, как он убил. Ты видел? Угу. Забавно. С хаешечкой в руках. Правильно вперед. Борец за правду и справедливость. Вот сильно ВП. Понял. Че у тебя с деньгами? Закуп? Пошли. Не, да. Пошли. Так по второму мелу беги. Не, балкон, ты что? А вдруг, ну, да, аркада? Да, ты меня понял. Минус. Все началось. Сейчас я аркаду наверх посмотрю. Я пойду минус попробую отстрелить. Блин, самогон минус есть, нижний. Да, хорош. И в коврах есть тип. Давай его убьем. Да я вот без тебя справлюсь. Я пойду мидл тогда. Нет, тебе в нижний нужен, в самогон. А там уже хлопа сзади пришла. И чё? Ну их много на медле, короче. Так, я ползу к врагам. Я убиваю врагов. А больше и не вижу никого. На медле есть враг. У нас идиот есть один в спальне нашей. Ну, бывает. Я ничего с ним не могу поделать, понимаешь? Он просто идиот. У него бомба. Говорю, или... бывает. Так, надо кота прогнать. Я пойду АВПЛ подбирать. Короче, у нас есть очень сильный игрок. Вот, Флурикс. Очень хороший. Алло, не прогнался, скотина. М? А? Чё там? Чё там? Я вот за Флуриксом бегаю. Давай. Он приведет нас к победе, я уверен. Хорошо пистолетку взяли, а то вообще была беда. Ну все, это последний три раунда, который мы взяли в этой игре. Не. Молодец, Андрей. А тут в коврах стоит. Подожди, у нас начнется ОП, все сделает. Да? О. Флурикс.
Это, ну, просто бог КС-а. А я вот так вот играю. Великолепным. Синдикат. Давай, тырь АВП. Я свой минус сделал. А я? Не знаю. Вот и я не знаю. А где враг? Нет, ты сегодня не делал своих минусов. Ну, в этом раунде. Погоди, мне врага надо найти. Задержечка работает. Ты кого-то убил? О, на Феррари враг. Ты бежишь, надеюсь, вслепую? Нет. Ага, бежит он. Ха-ха-ха-ха. Ладно. Так, диглецы. Арах у них тоже АВП. Да, да, да. У них везде АВП, ты понимаешь? Окей. Так, по такой стратегии. Пойду АВП у него заберу. Я по стратегии убить самогон играю. Там был враг, но он убежал, к сожалению. Оп! Чуваку не повезло. Эх, неприятности, да? На медле еще один АВПшник. Убей, банан, тебе флеш дам. Иди сюда. Да мне страшно. Там на медле аваперы злобные. Ты не Олу сказал что-то, да? Да, да. Пойду-ка я к вам, а? Иди. Ну, иди теперь сюда, теперь я здесь пропрыгну, а ты убьешь. Роджер Зет. Там два АВП. Оп! Работает же. Чекай. Церковь там. Поставь бомбу. Ой, хороший дымок. Ну, я не хочу идти в церковь один. Я смотрю, все, успокойся. Я тут стою, короче. В боцке. С банана один. Угу. Я его не вижу. Ой, уже с церкви. Выходит в катушке. Тебя не зачекали. Ну, найс. Ха-ха-ха. Раунд взят, видишь? Все стратегия, понимаешь? Это все тактики, стратегии. Это на опыте взяли. Просто на опыте. Просто 5 фрагов сразу в копилочку. И АВП на медле. О-о-о, там сейчас пойдем банан убивать. Пойдем, иди сюда. Ну слушай, вообще страшно. Сюда, сюда иди. Я пропрыгиваю, ну, ты выходишь убивать. Давай. Нет. Дальше пошли. В упоре. Вторая апельсина. Давай. Пусть флешку кидает. Да подожди ты, ну давай. Зелени нет. Да хрен нету. Ну, попал мне. Ну он с хрешкой мне попал, меня не убил с одной пули с кольты. Ты главного врага убил. 10 фрагов. Фу ты. В коврах в спальне отошел. Что тут у нас? 20 человек. Давай, Захар, дави мясо. Надо идти. Лол, этот уже тут, а мой стоит. А. Мой твой смотрит. Попадает хорошо. Все окей. Начнем голосовать. Блин, а так за бейтинг, конечно, не могу исключить. Я думаю, надо нажать на W. И добежать до банана. Не-не-не-не-не, пойдем по медлу. Ну тогда по медлу дать W. Вот, о, дал W. Ну все, меня на один раз хватило. У меня кулдаун. Один. Ой, раз в раунде. Ну зачем ты болтаешь так много? Угу. Ну, зато у тебя Фурикс... кулдаун, а я не услышал, откуда пойти. А слышно его было вообще? Да. Я просто не понимал, где это. Ну, сори, сори. Там уже или кто это вообще свой. Че, я тебя сделаю погромче, звук сделаю погромче.
Ну, что-то все очень тихо. Ой, Синдикат зааркадил. Слушай, что они в голову дают, а? Они очень хорошие игроки просто. Они какие-то больные. Кто меня убил? Нормифай как раз меня убил. Они разговаривают? Ну, сейчас молчат. Но они мне там какую-то херату писали в начале игры. Не-не-не, вот эти вот. Они договорились, что они на бананы идут? Че, минус один с респа. Нет? Хорошая позиция от Кала. Что он делает? Какой страшный игрок. Вот бы Нормифай сейчас дал бы в голову с разворота. Вот бы красотень была. Кто первый по табу? Конечно, не я. Это ж ВГЦЛ. Конечно, я, это ж ВГЦЛ. Минус 3 на Б. Ну ты крут. А бомба-то у нас пода. Во, она отдалась. Мне отдали бомбу. Еще один. А я на А пойду. Вот так вот. А зря. Такой вот развод у нас. А там двое сейчас будут. А мы затащили. Расстрелами. Ничего, после этого микса вспомни, как в эту игру вообще играть. А? Я говорю, после этого микса вспомни, как играть в эту игру, и следующую выиграем нормально. Мы это выиграем. Мидваркар, кажется. Слушай, надо докера забить ногами. Мидл, аркада, алё, блядь, на скамейке враг сидит. Чего вы там делаете на втором медле? Меня как развели. 27 человек стоит в коврах, никто скамейку даже не посмотрел. Я посмотрел, не было врага. Да, понятно, явно. Но он заныкался, значит. А прострелить? Я не видел его даже. Я что-то дал, он фу. Видите, сильные игроки. Сильнейшие просто. Слухни. У вас проблема одна, что с такими тиммейтами за КТ тоже будет трудно. Как ты? Ну да, такими как я. Соглашусь. Там это 15. И говори 15-20, это я не понимаю плюс-минус. Балкон был. Куда ты делся? 5 хп банан. Минусом. Еще один на банане. Да спускайся ж ты. Ну как так-то? Как не затащил? Давай фастбанан. Я его походу беру, я не пойду фастом. Я пойду. Удачи. Спасибо. Ну чувак не слепой вообще. Ну ладно. Бывает. Аркад, банан 2. Него промахивается, к сожалению. Все, да. Вот АВП подобрал. Есть хоть что-то. Ой, я ничего не подбирал. Я и добежал таки. Что-то тут подлагивать стало. Я тебя не лагаю? Нет.
Что, куда на открытый ринг будет? А чё, они на пошли? Нет, просто я их буду знать. На мидле есть враги. Взрывают что-то. Ой-ой-ой, на втором мидле есть. Да ё-моё, вытащился весь, целиком. Мидл двое выходит. 15 двое. Не видать нам победы. Тащи! Ну как ты, чё, раунд берется? Целых 16 хп. Ага. Ну-ка поговори, чё ты у меня лагаешь. Ну чё, сори, мидл отдался, да, без размена. Чё, ладно, ладно бы там второй умер, сказал бы, что тебя в спину убили. Так нет, ты первый сдох. У тебя рыбовой, ну ладно, хер с ним, хрен с ним. Баран, четверо, пятеро, все баран. Один остался на бревнах. Четверо зашли на плант. Никак не попасть по докеру. А что свой делает? Ты видел? Блин, не кидает. Флурикс. Он начал глушак надевать, когда подбежал к врагу. Просто он нервничает. Чё, опять у тебя? Ну это банан, да, четверо. Пятеро. Ну все, все, короче, банан последний. На бревнах никого. Один за машиной сидит. Черт! Враги какие-то непобедимые. Да ничего, сейчас я им возьму. Они непобедимые, Захар. Ты просто играть не умеешь. Все окей. Ну что, у нас Флурикс теперь с ВП на банане, он знает толк в настоящем ВП. Знает, как играть. Мидл хаешечка. Вот так. Пять банан, что ли, идут? Не знаю. Есть в этом... Как его называют-то? Окно. Да что ж, закидывают-то и закидывают. Не знаю. Покоцали меня на 3 хп. Тихо. Че у тебя? Если бы ты не говорил так много, я бы услышал, что у меня. Я мало говорил. Трое у меня. На медле никого. Короче, я бегу. Они убежали. Совсем? Нет, не совсем. АК! АК за дефенс это... А, нет, даже АВП, сколько халявы-то. А ты говорил. А я сказал, у него сейчас будет АВП, и он возьмет раунд. Ладно, прокатит. Сейчас ты загниешь первый. Давай, Маркет, признаешь потом. Удачи. Смотри. Удачно умереть. Давай, Андрюха. Слушай, они не идут на меня. Они даже не убили халяву. А, я в дым пальнул. Ай, как круто. Обожаю пулять дым. Они опять хотят нарваться на выстрел в дым. Кажется, ты сейчас умрёшь первый. Мне кажется, в меня кинули флеш. Да, я умру. Нет, не умру. Докир на попу садится. Да ё-моё!
Еще мидл. О, лол, а как я его не заметил, когда аркадил? Прикольно. Все, один неол, вся надежда на неола. Ну, видал, парень тащит. Неол, короче, он на Б идет ласт. По мидлу. Флурикс, Флурикс, наша надежда. Ну уже посмотри на центр. Уходит. Ну неол. Ай, не попасть. Ай, грустно. Ой, еще одна флешка. Заспел. Что они делают? Они его все нормально сделают. Не, я про тера. Не знаю. Дурак. Это... Пойдем на банан вдвоем. У меня там флурикс. Иди бы и держи свое. Да нет, у меня такой рез. Иди бы и держи. Ну дай я пальну. Я дым кинул, надеюсь. Хороший дым, кстати. Этот дебил встал мне в прицел прям. А вот если бы ты пошел играть на Б? Я бы отдался там, вот этому дебилу. Мы бы раунд выиграли, а так мы из-за тебя его отдали. Спасибо, Андрей. А ко мне в арку бегут. Много. Бегает в арке, ласт. А, ласт? Да. С бомбой. И он стреляет с ФАМАСа классно. ВП за сейф. А, нет, ты решил не пойти. Mm-hmm. Нарез. Там 2 ВП лежало. Просто ну, клад. Ладно. Ты ж виноват. Ты ж дурак. Я не виноват. Я молодец. А ВП в яме. Меня это настораживает. Я центр убил. У меня тут флурикс. Один на втором. Я на медле убил кого-нибудь, нет? Mm. Нет, не убил. Зато попал на 87. Ласт в яме. А, да, ласт в яме. А что у меня со звуком? Ну-ка. Ну-ка, пульни. Да, отстань. Ладно, хрен с тобой. Флурикс написал дело дрянь. Да, да, мидл, мидл, 20. Как ты не заметил? Mm-hmm. 3 секунды. Хорош. Ой, я не тот девайс купил, но ладно. Мы и с ним победим. Ах! Два банан. Не пульнула муха. Один на медле есть. На Б уже зашли. О, МГ. ВП за сейви тут лежит. Как ты убил? Ты же в столб стрелял. Лол,
Я услышал, что сзади. Почему тебе нужно обязательно комментировать то, как я играю, когда я один остаюсь, Андрей? Ну сколько раз можно не говорить, обязательно, не надо? Конечно. Я не слышу, откуда враг убегает, когда ты говоришь. Я думал, он сзади бежит, а он передо мной прям. Хорошо. А ты мне рассказываешь, как я круто убил. А я не круто убил, я просто убил. Не как ты круто убил, а я спрашивал, почему ты убил. Во, молодец, видишь, справился. Яма двое, что, хорош. Я убил? Да, да. Ручеёк. И яма. Да, я знаю, дорогие. Флурикс бежит в атаку. Яма. Кольт. На втором медле. Коцаный. Все. Попахивает победой? Нет? Не знаю. О, АВП. ФАМАС дроп. Думайте, АВП. По-царски, Захар, по-царски. Да, она из них вставал. У нас нет никого на... Зашел в плент. На втором медле вообще никого. ГГХ. Три! Уже на планте. В храм один забежал. Решили вдвоем пульнуть мидл. Да ну, я не умею с АВП стрелять. Еще. Пусть взорвется. Или он там не взорвется? Не знаю. Скотина не взорвался. Иди банан смотри свой. Вы бесите меня. Яма был. Че, опять у тебя? Да ну, да, ну, Андрей! Ого, я тебя мьюсь. Зачем? Потому что ко мне враги проходят, подходят, а ты спрашиваешь, мьюсь. Я тебя мьюсь. Все. Не надо. Все, поздно. Ты же меня слышишь. Поздно. Ты обманываешь. Нет. Не надо меня мьютить. Ладно, ладно. Тогда я буду тебе просто постоянно болтать что-нибудь, когда ты будешь один оставаться. Надоел. Да блин, я тебя спрашивал, инфа какая есть. Надоел. А передо мной враг, оказывается, шифтит. Ну, в смысле, топает, а я его не слышу. Он просто передо мной топал. Ну как я его не заметил? Надо тащить Захар. Флурикс решил прийти к тебе с ВП вторым. Там плент уже, на пленте двое. Один остался. Плент? Там я уже? Я сказал, на пленте двое. Ты мне сказал, плент там уже? Я ж поправился. Мьют. Go, next. Ты обещал воровать. Я тебя на следующей игре замьючу сразу. Не надо, не надо. Все будет хорошо. Поздно.
Так бесишь, это просто что-то. У них, кстати, очень сильно лагает. Давай больше не будем играть в Инферно. Давай. Ну, пошли на D2. Дико представляет Инферно. Четвертый. Все, сейчас напряжемся и всех покараем. Никаких тупых врывов, только инфа. Окей. Так я вот и поверил. Да говорю тебе, все будет отлично. Да, 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 я понял. Ворвал? Ну, я на сервер захожу. Was defense? А, я не помню. Вроде да. О, проиграли. Блин, мне кавер засрали. Ну ладно. Ой, я под землю провалился. Давай что-нибудь поддержим точку вдвоем. С тобой вдвоем? Например, зигзаг. Я с тобой вдвоем? Да. Окей, давай. Да говорю, попрет. Я тебе буду флешки накидывать. Что? Хорошо? Я тебе буду флешки накидывать. Хорошо. Я не хочу с тобой в доме ничего держать. Ну надо. Как не хочешь. А он это на респе. Как бы. Ну-ка, постреляй на респе. А чё вообще не слышно, как мы стреляем? Парни, в чате напишите, вообще слышно звуки игры какие-нибудь или нет? В каком-нибудь чате. Сейчас это они через минуту получат. DL2. У меня есть подозрение, что я что-то не то сделал. А, я это могу проверить, музыку сделав погромче. Во. Спасибо, мне ее так совсем не слышно. Нет, даже ты ее слышишь, а в стриме нет никак. Ну, короче, походу только нас слышно. Ну и ладно. Только наши голоса. Торнадо слайтли. Это ж скиллач, наверное, да? Да я не могу. Говорят, слышно игру. Не, парни, я погромче игру не буду делать. У меня уши и так разрывает уже. А, как и тебя, а? Ах ты гад! Чёрт! Я не ожидал такого. Вообще ничего не слышу.
Ну, наконец-то. Какой же ты долгий. Серёг, смотри, плиз. Видал, видал, я спиной иду в Зигу. Оп! Все, там это лайв должен быть сейчас. Ага. Пошли в Зиг. Возьми две флешки. И ХЕ. А ты возьми диффуз. Ты мне флешки накидываешь, да? Я правильно понял? Да, да. Тогда, короче, иди сюда. Куда встать? Иди, иди сюда, иди сюда. Да пошел он! Готов флешку кинуть. Дал! ХЕ дал! Зачем? Сейчас. А, флешку. Флешка есть еще, да? Да, 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 даю. Сзади уже! А, ему пофиг на флеш, да? Ну, с длины, видимо. А если мы вдвоем живы? Если у нас. Я не знаю. Вот этот бр, не знаю, как он пропустил. Что паника? Тебя слайд ли убил? Наверное, да. Да, наверное, нет. Да, да, он. Я не понял, как меня сзади вырвали. Каким образом? Ну, ко меня сзади застрелили в затылок. Да. Нормально. Слайд ли, типа, не парится, не палец. ФР. Бррр. Не понял. Гоу подсажу. Минус 70 на отстреле. Зиг идет. Ага. Как я не ушел? Торнадо слайдли. Кто это такой? Можешь посмотреть? Это не iPod случайно? Я не работаю. Это просто какое-нибудь мясо. Успокойся. Давай еще разок. Только потерпи там. У меня нет камней. Подожди. Прыгай. Зиг, флеш. Еще флеш. Оп. Бур, это не так прост. А слайдли как-то очень по-больному стреляет прям. Видимо, крутой чувак. Спасибо за дым. БКБР. Спасибо, хороший дым, БКБР. Я бы сказал суперский. Спасибо, МБКБР. Ты очень хороший игрок, МБКБР. Спасибо. Погнали. Хороший дым. Все было видно в зигзаге. Спасибо. Давай с гуся подержу, а ты на длине. Нет, мы идем в зигзаг.
Пошли. Я чё, против? Могу флеш дать поверху? Давай. Даю. Нету? Да, флеш, сэр. Даю. Ой, хорош. Нижний. Ага, я понял. Слушай, давай отойдем. Андрей, ну пожалуйста. Двое зазы. Не идут без слышки. Объяснить, не нужно мне ничего предлагать. У меня парень запрыгивает на коробку, а второй идет в упоре в зигзаге. И ты начинаешь говорить, и я не слышу, что они делают. Я же тебе обещал, что мы нормально сыграем. Все. Ну, только... Будем нормально. Нет. Почти. Дел флешка. Он перед сумкой стоит. Ну, зигзаг давай. Ты? Да. Чай. Чё идёт? Ура! Я убил врага. Молодец. Я центр пальну. Зиг бегут, фаст. Зиг бегут, фаст. Окей. Фу, блин. В головы дают, уроды. Флэш, дай вглубь зигзаг. Вглубь даю. Надеюсь, попал. Я убил? Да. Еще зигзаг. Не знаю, где вражина. Во, в зигзаге минус. Так, не знаю. Походу, респ, да. Что это? А, это свое ВП. Угу. Бр, пошел искать приключения. Враг в яме. Да? Дел проходит. Дел проходит. Я в зигзаг иду. Чё, прошел? Ну давай, в дымок стой. Ой-ой-ой, ГГ-ха походу. Фу, чуть не слили. Чё он дал тебе?
Жестко. Очень. Хорошо дал? Кстати. Или нет, ой, не раз. Да блин, ну я рез прос... Ну ладно, забей. Наши убоги дым кидают. Как в 2005-м? Мидл вышли. А свой просто убежал. Ну вот убежал. А вот это возьми, нил. Ну ладно. Что там, в темные гранаты кидают? Зайчик убил Нео. На Беласт. Могу фейкануть. Могу врать, могу врать. Это Нео просто стреляет туда. Да, он врез. А, нет. Лоу, 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 лоу. А как я в голову не попал сейчас? А что это было? Он присел. А я-то в голову стрелял все равно. Ну ладно, интересная позиция. Хороший игрок Захар. Короче, я очень сильный игрок, я понял. Надо поменять ник. Очень сильный игрок. Так, поставить вот такой. Я вот прям чувствую, что сейчас отдамся. Дайте флешку. На центре есть, да, давай. А ты кто тут при чем? Меня спасли. Нижняя вроде бы. Вроде бы ДЛ. Блин, в голову дает, урод. Ну как в меня-то попадает-то? Мидл. Все, враг нарез падал, ты не слышал, что ли? Я слышал. Я в него стрелял. Нет. Ну, пытался. Ты повернулся на него. Пытался. На ящике упал, ты даже не повернулся. Ты мог его забрать. Хорош. Вот это было четко вообще. И даже на гранатку хватило денег теперь. Опа! Ну, а потом под коробкой бомба на единице стоит. На стреле. Угу. В коробку ушел. Убил. Медля. О, куба. Минус мидл. Я в зиг захожу. Раз, ласт, меня. В меня стрелял со стрел. Но они все под ДЛ, наверное, пошли. Тебя мидл смотрит. На пальме. Хорош. Хорош. Пошли, ну зик. Так можем. Пошли. У него пацаны нас зиг плюс. Ну пока. Понятно. Нет, пошли, 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 пошли. Ты что делаешь? Хотел тебя подсадить. О, зачем? Давай, садись. А, ты так хочешь. Есть нишки. Покоцал его. Кто это десантировался с зига? Я. Все, Б прошли, да? Да. Центр убивают. Опа, как я прострелил. Машине, наверное. Сейчас, подожди.
На планете АВАП. Чё ждать? Ну, бля. Извините за мат, конечно. Один на планете, второй за первой кладкой. А ты в рез поставишь. Андрей. Да нет, ну, я убил никого. Этого на центре. План не первая кладка. На планете в закрытую просто сидит. Ты не сможешь его. На планете просто в закрытую будет. Боже. У меня нет гранат. Респ тоже не вижу. Зик. Сколько, блин, 20 хп осталось. Да, что-то надо было в Source Farm играть. А? Надо было в Source играть. Хотя бы чуть-чуть. А не в космических рейнджеров? Да, да. Да ладно, сейчас соберешься. День только впереди. Дико зааркадили. Двое. Спрыгнули в респ. Куда спрыгнули? В респ. А-а-а. Бомба в нуле лежит. На респе бомба лежит у них. А бр попасть с ВП не может. Бомбу забрали. Догадался. Вообще не ол такой долгий. Свой там в респе бегает. Но он не помощник вам. На Б убил кого-то. Второй тоже надо. Бомба на отстреле. Да не ходи ты на Б, ну кончат же тебя. Умер. Слушай, полтинчик человек. Сади в зигзаг. Давай. Нет, точно. А, не он не слышит. Давай подсажу. Только флешку кинь сразу, а то они рашить любят. Встань. Дел уже. Ну он мне с дигла в голову попадает. Только иди от него. Двое дзиг прошли. Ну вот так вот, понимаешь? Четко, че? А че ты не ушел? Ты убить хотел? У меня позиция нормальная была. Много ж места, наверное, спрятаться. А ты стоишь, тебе в голову ударят, ты стреляться продолжаешь. Попасть-то дальше не могут. Ну так ты тоже. Ну так это мои проблемы. Ну так вот именно, возьми. Надо их решать. Так. Ну так их решать нужно, никогда мы 4-9 летим. Сади. Да, да. Ну, инвалид. Отстань. Я забыл, как играть эту игру. У меня флешек нет. Я так, статист. Оп, убил.
ОМГ, он на медле, а наш СВП... А, ты там умер. А ты, да, ты назад ушел, да? Да, я угадаю. Ты назад ушел? Ну да, я ушел назад, когда тебя убили. Нет, если бы ты ушел назад, когда меня убили, меня бы не убили, Андрей. Ну, пистолет не достается. Ладно, надо сейчас пятый раунд взять, и мы выиграем игру. Если ты не берем, то проигрываем. Вот если будет счет 11-4, то мы проиграем. Если 10-5, мне ФАМАС дали. Слышишь? Хорошо. Хочешь ФАМАС? Нет, не хочу. Есть флешки? Да. А, нет. Нету. Нету. Блин, бесишь. Зачем говорить, что есть, если нету? Да я забыл. Идиот. Да ё-моё! Ладно, я пошел отдаваться. Зачем? У меня резали сзади. Что есть, если нету? Это рефлекс. Он такой, ой, нету. Ой, нету, извини. Я забыл, что я в резкую. Да не забыл. Как можно забыть? Это было 10 я говорю, назад. Я говорю есть. Как нажимаю 4, а там ничего. Слышки, или нет? Если это было 10 секунд назад, как? Все, Захар, мы проиграли игру. Проиграли, конечно. Ты же не помнишь, покупал. Нет. Может быть. Попей таблетки. А для памяти? Это было 10 секунд назад, Андрей. У тебя проблемы. У тебя реальные проблемы. Пошли, Дэйл. Больнулик мой. А, там это, в яме. Спасибо. Там в яме, а меня вот так вот убивают зигзаги. Там Тёмка Аркадова, 2 минус 43. А у меня юз по бронь. Я вообще чё так? Медал? Медал за Аркадий, последний львы. Один снижки, второй зигзаг, уже на стрельне. Угу. И Лас Николёный где-то на медле. Дал, что я придумал? Не знаю. Не нравится идея? Я сегодня в универ ездил, и приезжаю в универ, короче. Да пошел ты! Вот, и ну, меня охранники такие говорят, типа, Захар, ну, ну, короче, знаешь, ты здесь учишься, мы тебя, ну, сори, пустить не можем, потому что, блин, ну, ну, там нормы, все дела, правила, указы. Короче, вот, ну, ты, типа, не расстраивайся, ты езжай домой. Я, короче, домой поехал, ну, думал, взять студенческий вернуться, но, короче, ну, студенческий взял, а вернуться не захотел, вот. И такой, значит, ну, что-то... Сволота, а? Вот. А, вообще, ну, неплохо. Кстати, вчера ездил в твой дом, прикольный магазин. Я там много чего интересного купил. Вот. Все, замолчал! Фраг шутил. Вот попадешь как-нибудь против фрага, который не будет шутить, я на тебя посмеюсь. Раунд взят. Окей. Бог КС-а детектит. А, никто не убил! Ну, а какие же мы нубы, а? Твой на медле 1 минус 65. Дигл очень хороший девайс. Ты дигл взял, да? Ну да, я просто сажусь, специально сел, короче, прицелился в голову. И, ну, не попал ни патрона. Зигзаг один идет. Дэл, уже на скате. Скат. А что у нас у очень сильного игрока? А, 0 на 2. О, спасибо, Андрей. Что? Я дроп попросил раза 3. На. Все, поздно, у меня фастбэ. Я дал. Да, вовремя. Ну вернись.
Тебя не было слышно, короче. Блин, на фаст Б. Тебя не было слышно. Я понял, да. Я три раза сказал, а ты угорал, стоял. Ну, правда, не было слышно. Да, я понял. Просто говори меньше. Ты говорил и не услышал меня. Нет, даже звук не прошел. Так. Ну и что делать тут в дыму вражина? Ждет на бомбе сока. Б-то пошел. Ты ж Б вышел. ОМГ. Офигеть. Как можно было на Б пойти, когда все четыре твоих мейтана и убили там... Ну главный-то тиммейт прошел Б. Как? Я Б пошел на фас на начале раунда, сделал там минус 2 и убежал. А ты пошел на А. Зачем ты развернулся? Не, я не ходил на А, я сразу за тобой пошел. Как только постоял на респе. У меня есть свидетели! Не ожидал такого аргумента? У нас 35, ага. Ну чё встали? Один сзади сдал. Не, он на планете. Зиклас. Я его напугал, видал как? Ну да, вообще, сик игрок. Всех убил. Он просто обосрался. Шел бы убил. А, нет, не пойду. Иди. Эй, постом просто, вперед бежит. Зик? W. Да. Я знаю эту тактику. Она очень крутая. А еще особенно, когда ВПшник вражеский промахивается, знаешь, как клево? Нет, ты не туда пошел. А, не туда, ну я развернусь. Выбегаем. Врез. Чего он врезки делает? Не знаю, куда я что кидаю. В общем, все круто. Я живой, это главное. Играть можно. Куда он пулял? Или это свой пульнул по мне? Походи бы. А-а-а. Как, либо на планете, либо за машиной. Ищи. Ну там МП5. Блин, я ни хрена не вижу после этой флешки. Она же за спину взлетела. А ты не мог становиться за большим, у него МП5. Мог. А чё? А чё проблема? Но я бежал его убивать с гранатой в руке. Вот именно. Потом говоришь, что ты после этой флешки ничего не видишь. Флешка. Ну она за спину же мне залетала. Что? А ты мог остановиться и подождать. Ты просто на W нажал и выбежал на МП5. В молокину вообще. Вообще в молочину в полную. Они не хотят стреляться со мной. Нет, это ты с ними не хочешь стреляться, ты убегаешь на них слепой. Да я не про это, я про центр. СВП. Они боятся, я два раза мирус встану. Ой, у меня АК? Прикольно. Что, драпец тебе дали? Да, я не знал. Минус 2 на планете. Ты чё, батя? Не знаю. Что ты творишь? Он стоит с Б, смотрит свой рез. Короче, на медле один. На медле справа он. Я его видел. Ну ладно. Тиммейт прошел и хорошо. А то есть, а враг вот сзади побежал, по-моему. А, нет, я вру. Это свой был. Бомб плохо поставил. На медле до сих пор справа. На зайчика. Какие же все медленные.
Или у них пинги большие. Да. Твоя задача посмотреть танцпол. Просто танцпол смотри, ты можешь даже не выходить. Хорошо. Просто смотри танцпол. Смотри, сейчас тебя с танцпола убьют. А я слепой, я слепой. Выходи. Иду. Ну я типа дверь смотрю. Не-не, выходи очко. Дверь мне посмотри. Нарез посмотрю. Да, все. Да, когда увидишь нарез, где дай инфу сразу. Угу. Просто слева, справа. Угу. Центр походу. Рез чист. ДЛ. Зига. Ниш. Не, центр. Его не дали зарезать. А, или вы и не резали. Надо убить АВПшников. Вражьих. Просто сразу с АВП угол смотри. Да я долго, там другой с тобой. Еще раз выпрыгни еще раз. Да я уже прыгну тут. Ладно, понятно. Справа. А чё ты не сказал, что пробегал кто-то? Что, главное, ринулись? Еще реклама. Зига, пойдем назад. Нет, тиммейт вперед идет. Хочет го-го-го сделать. А, у нас в коробке стоит враг. Вот так вот. Вот это была дуэль. Вот как надо играть. Я думаю, надо подождать, пока я убью мидл. Давай. Как я не убил? Ну что такое, блин? Убил. Да как так-то? Мидл аркады, кстати. Знаю. У нас на нуле. Его убили? Ну, да, чисто. Блин, ну как я не убил АВПшника, а? А, ну зига теперь аркада. Ну лол, ну Андрей, ты там стоишь, лес совершенно бесполезно. Смотришь ворота, которые уже прошли полгода назад. Чё там? Минус очко. Я не знаю, где я. Я сел нормально? Да. Оп. Короче, один где-то... Да, ставься сразу. Там сейчас стрёмки будут. Точно? Да. Очко. О, хорош. А, смотри. Ну, хорош. А? Хорош. Молодец. Дай дроп. Ну, на самом деле, чувак сам виноват. Я убивался на халяву просто. Ладно, я убил. На мидл аркада. Молодец. Хорош. Пойдем. Угу. Плент! Коцаный! Вот. Минусом.
Я ставлю. Сзади. Убил его. Что там? Хорош. Ой. Чую, АВП будет. Нет никого. На говно. Дымок положили. Слушай, у нас бомба решила под Б пойти. Что делать? На пофигу. Шалим врез, да. Файм дел. Пошли в зигзаг. Пошли сейчас. Да зачем такой-то дым? Зиг! Бомба на центре отдалась. На пофигу. Минус зиг. Медли один. Свой на Ктореспе отдался. Еще ласт Кторесп. Да ты прям вообще батя. А чё, мы проигрываем? Нет, выигрываем. Пойдем. Пойдем. Да подожди, тут дуэли. Ну все, окей, ну тогда посмотри мне, пожалуйста. Я пойду. Один был. Один Б, один Б. Два Б. Я как поздно прострелил. Дел один есть. В яме. Что-то не срослось, да? Чайник, не? Тут еще один! Да они засадники! Эх, Григорда Румпис, а почему? Потому что он вот так написал. Как? Вот так, как я сейчас. Норм, чел, норм. Аркада верхний походу. Верхняя. А, какая. Чё ты переписываешься? Я не переписываюсь. Я играю. А вы умираете. Угу. Пошли. Пошли, пошли. Там АВП. Вот, тем более пошли. Я тебя запущу, выходи. Выхожу. Плохо выхожу. Забей. Но он не офлешился. Ну, а уже с нижней, понятно. А где Тим Сибирия Сандер был? В смысле, вот этот вот какой там? Он смотрит Мирал, то есть. Я понял. То есть он смотрит Мирал. Да. Конечно. Да. Вам забегают в нижнюю. Да, забегают в нижнюю темную, и меня, значит, в нижнюю темную убивают. Хорошо. Ладно. Ну смотри, уже лучше.
16-14, типа, да? Да. Блин. А что со стримом? Скиньте и Pixars TV. Может, мы выиграем, попробуем? Чего? Может, мы выиграть попробуем? Я не знаю, я разучился играть в эту игру, я понял. Надо начинать заново. Так, слушай, надо реально на Good Game зайти. Сейчас экран пауза, пацана, поле. Я просто не понимаю, я пошел на DM поверю. Ну давай паузу небольшую сделаем. Просто я вообще не могу пострелять. Да говорю тебе, сейчас все будет четко. Во, я теперь админ. Там 7 человек просто набежало на Good Game. Поехали играть. Нет, я не даю. А что делать? Загрузится, интересно. Ну давай. КС-ч. Не, не загрузился. Add screen region. Во. Оп. Все, добавили. Гуэ с тобой. Захар, нельзя больше так сливать. Нужно напрячься и тащить. Я не могу. Я не знаю как. А ты где? Team for Father MBU. Сейчас я приду, короче. Перерывчик у нас, ребят. Минут 15, наверное, да? Наверное, да. Ну давай, я через 15 минут тогда подойду. Погромче музыку им сделаем. Хотя, что ему громче музыку делать? Все равно никому не нравится моя музыка. Ладно, все, приду сейчас. Thank you.
Алло. Да. Ты чё? Готов карать? Да. Ну, гоу. Ну, давай. Так, мы вернулись. Давай, говори, я покурю. Да, надо. Давай, кури. Потом гоу. Я пока сам ДМ побегаю. Максимально спокойным игроком. Да ты максимально без реакции будешь. После покурим. Лоу, нет, это в ККЛ, я здесь пофигу. Я между официалками не курю. Вот, это правильно. А или плевать. Я стал есть здоровую пищу, прикинь. Ты молодец. Все, еще вернусь. Народ, всем привет. Мы сегодня катаем FGCL миксы вместе с Ханаткой. С 12 до 5 вечера, скорее всего. Заходите в чат на Good Game, будем на ваши вопросы отвечать. Будем следить за трансляцией, чтобы не лагало. И за порядком в чате. Сейчас мы ждем, когда покурит тиммейт мой. И пойдем играть дальше. Что-нибудь на отстреле пишут. О, Дениска. Ну ладно, пусть недовольные отдыхают. Не буду ничего писать. Так, что там с 8 апреля? Ничего. Тут тоже ничего. О, вернулся Захар. В каких сервах можно научиться играть? Так. Алло. Какой элитный вопрос, слышишь? Стикан ВРН спрашивает. Я хочу спросить, на каких сервах можно научиться играть? На ПЦВ, КВ серверах. Вот где можно научиться играть. Давай, пойдем. Погнали. Куда? Не знаю. Ну... Можно еще давай, раз давай. Понять. Не. А я за. Я хочу. Ну, гоу. На шестом. Да, я за КТ ворвал. О, боже мой, кот. Я не закрыл дверь. Нет. О, надо логи загружать еще же, да? У меня со скайпа помогает, КС. Что так грустно? Не знаю, сейчас. Что, картинка есть? Есть. Опять мы за КТ. Ливают, да? Не знаю. Ты же стримишь, сейчас заявятся. Ну там целая минута задержка.
пестишь. Захар, надо очень серьезно сыграть. Да? Да. Я не умею играть в эту игру, прости. Ну как так, Захар? У меня есть такая проблема, не умею играть. О, Реф — это парень, который меня крошит на нашем дейме периодически. Я не знаю, кто это. Нейден. Он меня ждет с длины. Ну ладно. Ладно, ладно. Что ты там пишешь? Ничего, ничего. Ничего. Он под длиной. Все, нет его. Ласта, походу, кикнет скоро. Дуэль АВПшная. Слушай, а реально стало меньше лагать с трансляцией? То есть, считай, вообще не лагает. Хотя у меня 2 мегабита стрим. Меня тут чекают, ножки показывают. Все, просто хайплеер. Давай Дейл держать вдвоем. Как хочешь, я просто буду Дейл постоянно бегать. Бегай. Есть коробка. Есть коробка. Взорвали, да? Ну я взорвал точно. Не вижу. Воюют где-то наш. Флешку дать могу. Давай. Внутрь? Да, на. Короче, на это, на ноль дал. Поздно. Бэбом. Угу. Пошли оба в темную. Не-не. Как хочешь. У нас в респе ОМГ. Боже мой. Не верю. Садись, садись, диффузи. Хорош. Фу, 2 патрона оставалось. Просто я никак в этом не ожидал. Я такой выхожу и мидл, а меня средство начинает крышить. Давай сдалека. С понта. Давай. Я на гусе, а ты на соскате, например. Нет, не, 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 не,
Есть. Зига есть. Флешка. Откуда их свой убивает? Он в спину зашел. Нам дел-то нет. Там есть. Как мы его долго убивали. Давай, переклав, я гусь. Давай. Я дел сотню. Я скачивайся. Я делал сотню. Блин, как встать так, чтобы я как вышел, как убил? Зигзаг смотри. Да я смотрю зигзаг. Чтобы выйти убить просто, я думаю, как. Меня же не видно, надеюсь. Не знаю. Ты не должен дойти так, чтобы я закрывал флешки и убил. Зиг. Стой. Убил. АВП. Хорош. Да он раунд берет. Нет, не берет. Ну, выжил. Он сам не поверил, что попал. Видел? А, я так же. А, ты ушел. Ща, ща. Спасибо. Блин, а! Такую халяву я просрал. Оп. Я раунд отдал. Да. Побежали, побежали. Он же близко. Прострелом. Ослеп! Ослеп, ослеп, ослеп! А, ты тоже. Своих на Б убивают. С бомбой. Вижу, Захар, я молчу. Спасибо. Угу, почему там? Пойдем. А, хотя надо еще нолик сделать. Я за кольтом хожу. Тиммейт с кольтом. Ну, тиммейт пошел в яму. Я в зигу иду. Окей.
Кто за подсадочным? Не знаю. Зиги двое. Четверо, короче, на медле были. Убил Зиг. На медле. Вот козёл, а? В Зиге. Козёль. Да все, все, нет тут никого больше. Может только с ДЛ. У нас. На подсадочном. Ты что, услышал? Да, конечно. Блин, музыку может отрубить. Буду слушать. Пойдем, я реклама, ты скат. Не, я в яму. Хорошо. Лагает, было... 20 FPS ровно. Под Б в Холокост. Угу. Ну и снежка. Хорош. Минус класс. Класс машин. Чё так долго? Ты чё-то сел? Не знаю. Да хотел сесть, пострелять на фоте. Ну же... Оп, АК взял. Профит. Вот сейчас давай так. Как ты лугаешь. Так, нужно вот по этой полосочке ходить. И будет счастье в моей жизни. Пойдем. Они что, золотые рудники там нашли на Б? Хорош. Я не слепой. Зайчик. Не знаю, сзади походу. Я не понял, откуда меня убило. А, нет, он на Б, он на Б. Свой куда-то убежал. Печальный раунд. Угу, я по тебя понял. И ты пошел минус стреляться? Ладно, ладно. Не стал. Иди сюда. Ко мне, иди сюда. Иду, иду. Давай быстрей. Давай. Давай, 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 давай. Да не могу я! Я инвалид, уходим! Нет, не уходим. Я тебя на горб запрыгивал. Охереть. Ура! Все, сидит. Подходи, Аркадик, за. А, ну все, не надо. Бил. Угу. Он на скате флешоный. Еще раз флешоный. Ну так пальнуть Захар хочется. Можно? А? Можно пальнуть. Нет. Не, короче, все заблочили свои. Я тебе дым дал. Да я мог перед дымом пульнуть. А, ну... Тиммейты решили меня окружить. Зиги уже! Ну как так?
А, сплита они сыграли. А, нет, Зиги, Фестиш. Центр меня, походу, убили. Не понимаю, что враги делают. Оп! Просто, ну, двое в темке просто было. Я услышал, что один убежал, а второй шифтил в этот момент. Тебя нормально убило. Ты вообще... ХЦ текст. ХЦ текст М0. Хайплеер. Да. Б, вышли. Что двое? Я понял. Смотри, хайплеер. Угу. Выходи, выходи, пока дым. О, МГ. Ну мне страшно было. Наоборот, они я теперь не задвое зажили. Нужно было просто выходить, пока дыма, пока они не смотрят. Найс, смотрите, спасибо. Он меня ждал, он не простреливал даже. На Б. Трое на Б. Это, как ты понимаешь, четвертый. Минус 67, минус 63. Деньги есть? Нет, да, деньги. На. Я две флешки взял. Да, пойдем ДЛ подержим. Прямо до конца. О, они сюда бегут. Бомбу, бомбу у нас. Коробка есть. Есть коробки, двое. Куда? Молодец. Под флешку же. Надо было вторую кидать, да? Да. Она же крошит. Ты крошит, а? Дурнухи летят только так. Врез, пирог. Он слышит тебя, да? Да, конечно. Хопа. Опа! Сколько он убил всего? Какой плюх повесил. А я вижу, бежишь, флешка летит, думаю, ну ладно, один сыграю. Ну чё, у меня еще есть одна попытка. Он не стреляет, падла. Вот он козел. Хорошо, что я не отдался на нем. Респ. Наш? Да, уже ДЛ прошли. Хорошо. У меня залагало, да? Ой. Не лагает. Это ты у меня лагаешь? Не знаю. Дай дроп. Нету. Мне денег не осталось. Плохо.
4 ВП. У нас только так выиграть можно. Что там, гантовые стрели? Ай-яй-яй, с USP можно было троих забрать. Слышонные друзья. Что, хайплеер не ожидал, да? Такой подставы. Пойдем, ДЛ, пожалуйста. О, благо респ есть. И броня есть. Я прям на W и побежал. Я до конца бегу, слышишь? Не останавливаясь. Помогай. Не-не-не, я в другую группу играю. Я понял. ГГ игре, короче. Нет. В зиге враг. А мой где? Твой? Угадай. Где мой? Где он? Где он? Покажите. Твой четко играет. Ходит центр. Что-то пишет, уже пишет. Чего? Ничего. Просто сектит. Дигл возьми, давай убьем мидл. Аркаду. Не убьем. Убьем. Не будет аркада. Аркада есть. Че, вы зашли на Б? Б первая кладка, двое стоят просто темки, просто, ну просто так. Вообще ничего не делают. То есть я стреляю с первой кладки вместо, чтобы выйти, типа их лупануть. Они, короче, стоят. А, это ты был, я понял. Окей. Не, я только пришел! Он уже очень давно не за первой кладкой. Он уже ушел. Ну, пацаны, отдайте еще раунд такой. Они могут. Как они взяли, как они убили-то народ? Не знаю. Там заркадили контры, а они в спину как-то зашли из центра, я не понял, что произошло. И в спину расстреляли. Ну слава богу, раунд наш. Или они криво поставили? Там просто Нидон сдвигает, что-то вешает вообще дикое. Пойдем. Нет. Да, пойдем. Ну гоу, блин, отдамся ведь. С двух пуль. Что ты не отдашь, тебе просто нужно в трубе постоять. Тебе же выходить не надо. Убил? Да. Это не я убил. Тут ган есть. Чувак нас сейчас пуль засадил. С бомбой выходишь мидл и после этого меня как-то называешь? То есть с бомбой выйти мидл и называть меня дауном. Просто с бомбой мидл выйти. Я понял. Ты чувак идиот. Захар.
Я не знаю, где враг. Он в яме! Ай, не ушел! А ВП можешь засейвить, пожалуйста, на хелпе находится. Враг в яме. Нет, ты не засейвишь ВП. Жалко. В яме сидит. Забери, 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 забери! Да! Пожалуйста, пожалуйста, в руки. Прям вот в руки, да. Хорошо, как. Все, раунд можно тащить. Беги, я только АВПшника убиваю. Там нет АВПшника, не стоит. За тобой бегу. Хорош. Врез, блин. Что ж ты делаешь? АБ, АВП, в воротах стоит, смотрит свой рез. Не смотрит. Отошел к очку, потому что. Он 100% отошел направо. Минус он. Last DL. Налево стрельный. Дал. Двое на центре. АВП на центре. Чего у меня бомба уже второй раз респится на мне? Блин, они с респа вдвоем стоят. Че, на респ дропнулся? На респе двое было, а я мидл вышел. А. АВП на камне. Как не убил, а? Ты видишь, как хайплеер стреляет? Он очень хороший игрок. С этого гана. Все окей. Просто тащит раунды. Дебил. Хватит овнить, парня. Вдруг он повесится. Мишки, может быть? Нет. Хорош. Меня прострелили. Короче, ну, на Бен бомбу я слил, и нужно его идти убивать. Он забрал девайс и сбежал в темку. А я тут диги вою. А, бомба в трубе. Слышишь меня? Слышь. Да. А там просто очень хороший игрок, короче, Ниден. Он очень жесткий за глаз что-то раздает, прям очень. И чё? Нашел, слава богу. Надо его похвалить, это было круто. Пойдем. Пойдем. Там АВП будет. Я сразу, короче, флешку на план даю, а ты убегаешь. Пойдем, пойдем, он там как раз стреляется. Давай, выходи, убивай. Окно. Флешку за дверь даю. Я за плентом. Я живой. А бомбы нет, да? Он на короб, на зайчике был. Бил, бил. Такой лол. Врез пиава. А у нас бомба, короче, по зиге бежит. Окей? Бомба по зиге бежит просто.
Врез сейчас. Бомба сейчас в центр упадет, смотри. А, нет. Догадался, панишки пройти. Что делать? Ну теперь я более боеспособен. Ну, средства. Слушай, перестрелки какие. Все, ласт нука не умеет. Темку посмотри. Рез. А, опа. Справа. Справа же. Я попал в него прострелом. Да, попал. Я пошел. Куда? На Б? Не, вниз. Да, давай. Трое Б. Я через Дел пойду. Заходи быстрее в ЗИК. Дебил, не пошли. Вот на стриме, ребят, запоминайте эти ники, кто играет за нас, три человека. Респи состоит. Это было супер элитно, вот а со стороны этих трех человек. Они зашли в коробку, я пошел с ними, они решили все обратно пойти. Короче, в респи АВП. И остальные, я не знаю. Меня сейчас зарежут. Не хватило. Сейчас еще проиграем, смотри. С такими тиммейтами. Пошли. Поздно спрыгиваешь. Надо раньше. Я на угол хожу туда. Уходи. В яму садись. Автоматика. Ага. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Пошли, 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 пошли. Пропрыгивай, я рез побью. Чего ж ты не сказал, где? Я думал, не с респа. Не долетело. Зик. Че, убил? Не, не убил. А где мой? Твой где? Вот тут. Он надоел, шел в яму, да? Да. Такой придурок, боже мой. Эх. Ты остался на отстреле, на рекламе и никуда бы не уходил, то ты бы убил двоих, и они бы не раздефьюзили бомбу. Нахрена тебе было в яму уходить, когда я с планта уйти не могу? Ты мог мне девайс перекинуть 27 раз, что ты делал? Мало того, что бомбой на плант не попал, ты мне еще и девайс не закинул, так еще и ушел потом, и от меня до одного там оставил. Совсем плохой. Я бомбу ставлю, а ты меня не прикрываешь никак вообще. Минус 2 на Б. Минус 2 на Б? Я к тебе пошел. Там дробовики. А, еще очко, минус 29, на планет зашел. А, танцпол. Ворота. Ворота, ворота, ворота надо. Боже. Пойдем. Угу. Очко, лол. Ну куда ты бежишь-то так? Дым не расплылся еще. Я думал, он уже отвернется. С чего будем отворачиваться от дыма, который перед темкой ложится? Слив. Ладно. Слушай, 80 человек. Просто хай-хай плеер. В темке зум смотрит. Что за гуи? Что, вас пистолеты задавили? Так, там очень много ОП. Пойдем, пойдем, Дэл. Пошли. Уже проигрываем, да? Нет, еще. Счет
ничейный. Яму займи. Пытаюсь. Ой, я живой. Там. Слышь, я живой. Я в резаную зло. Пойдем, пойдем, пойдем. А, плент. Ну там у нас Акад, как бы, единственная в команде стоит. И гранаты кидает. И в коробку уходит назад. В резкий дым лежит. У нас плент. Снизу? Да у нас бомба по зиге сейчас сольется, успокойся. Потому что даже не знаю, как ему подавать. Ай-яй-яй-яй. Потому что у нас парень с бомбой Сака, который хай-хай-плеер, он решил, что ему очень нужно пойти пойти не ДЛ и убить там кого-нибудь Сака, а короче развернуться и побежать ЗЗ. Ну он печальный. Да. Бьешь? Стараюсь. Хорош. Все, иди сюда теперь, иди ко мне. Куда? В зиг? Да, 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 да. Зиги враг. Убивай его там. Он такой же. Плент. Ну мой. Блин, а. Крошит нас Нейден, да? Он что-то прям жестко стреляет. И убежал. Что у Славного в голове, интересно? Да он-то ладно, он... Ну, просто... Ну, просто мясо. А вот этот что делает? Я понять не могу. Да, надо, конечно, КТРС смотреть, когда ставишь. Ну, сюда убит, все. Боже мой. Да не, Зиги пойдет, Нейден. Да Зиги. Очевидность. Просто идиот. Сколько там раундов? 15 у них. Ничего, да? Может быть уйти в зигзаг? Да хотя бы на тот же ДЛ. Может быть нужно было сесть на скат? Может быть нужно было сесть закрытую на плант? Может быть нужно было смотреть хоть что-нибудь, когда ты ставил бомбу? Может быть нужно было подумать, что у него ВП, и поэтому, наверное, он упадет в ДЛ? Хотя ты, блядь, 5 раз... Тихо-тихо-тихо-тихо! 5 раз уходил в ДЛ! 5 раз ставить плант и 5 раз на ДЛ уходить! Ясен хер, он пойдет на ДЛ, идиот! Тише-тише-тише! Вольнулик наш! Где умерли? Ой, хорошо. Ой, я зик убил. Чё, гоу бэ? Да. Дым, я зачем? Там дым. Он за дальний. Не надо, не надо. Нужно сейчас идти выходить. На планете он. Пошли. Ну я далеко. Ты там со своим выйдем. Который боится. Плент ворота. Минус плент. Плент! Ну блин, а! Там с поля уже. Нас победил один чел. Смотри, что он делает, боже мой. Это шутка, наверное. Это, наверное, шутка. Вообще не палюсь. Давай, одну пулю в голову, ну же. Да ты о чем? Там тип просто как бы в очко запрыгнуть не может. Он не умеет запрыгивать в очко. Какую одну пулю? Так, давай next. Да. Интересные ребята.
Главное в такой ситуации всех учить играть. То есть он прав. Вось научится. А, это про хайплеера? Десятый нюк. Нейден, говорят, подрубает, но я не особо в это верю. Он нормально убивал. Против, против фейка сквиза пошли. Гу-гу-гу-гу. ДКТ, ДКТ. За фейка сквиза. Сразу так и говори. Смотри, ливают, ливают все. Не, он не показал, что там подрубает. Нет, он не показал. Наоборот, он как-то грамотно прям играл. Меня только бесит, что нас АВПшники убивают постоянно. Да, это фигня. Я выходил, их убивал на Б, просто, блин, там, когда, ну, даешь инфу, что парень на планете, а у тебя мейты через дымноплан бегают, привет, Андрюх. Там дым лежит, просто, на танцполе, а ты через дым бежишь, а он на планете. Если на планете, тебя убьет. Нужно было просто с флешечкой аккуратненько через плант его занять. Или вдвоем одновременно выйти один через дым, а один с пункта. Я убил. Я только-только убил ворот, только-только перезарядился, а ты уже бежишь. Ну там-то я зафейлил. Я ну, перестрелять, здесь, я его с ВП не перестреливал. Ну да. Там такой нормальный тип, он как бы. И один в один АК взял, а не с ВП остался на Б. Как тут половину людей делают. Блин, надо рейтинг обновить. После чего? А, после отборов. Я же за отбор даю рейтинг. А. Сейчас посмотрю, что там. Кого у нас обойдут? О, у нас виплей, приколись будут на третьем месте. Чего? Потому что 40 дается. А сейчас посмотрю сколько. Да, 40 за первое. Подожди, а за те отборы ты сколько давал мой реванш? Нисколько за те отборы не было. Все. Почему? Рейтинг. Я начал рейтинг с ФМР второго. Угу. Да. Вообще глуповато. Ну ладно. Да ладно, просто отправная точка. Он же особо ничего не значит, рейтинг. Так. Для будущего, может быть, полезен будет. Поэтому не особо важен. Мы же сейчас победим? Нет. Ради 80 зрителей. Нет. Сегодня день проигрыша. Я сегодня учусь играть. Заново. Завтра можно будет побегать, а завтра будем выигрывать уже. Сегодня я учусь играть. Завтра я вихрьский комп для ТПХ привезу. Да ты АВПшником стал? О. Я пробежался по балке спиной и не упал. А, все, упал. Но узумом давлю. На крыше, походу. Нет. На плен ставит где-то. А-а. Будка. Дубка хотел написать. Лайф, лайф, лайф. 9. Хорошая позиция, 9. Мне сквиз пишет, вы подождете меня? Я им пишу, а ты уже тут. Как так, да? Пошли. Ты улицу, да? Смотри. Yeah. Ты ее отдавать будешь, да? Нет. Окей, тогда я тебе с солнышком иногда помогаю. Okay. Я не спрыгиваю вообще с балок. Всегда наверху. Окей. Флешка нам с будки пришла.
Есть улица? Нет. Даже желтый, по-моему. Да, желтый, ты прав. Снизу что-то машина какая-то. Че, на планете бегает внизу. Свой, что ли? Что за бред? Я спрыгнул. Двое. Рамп. Сколько, двое? Да. Я помогаю. Ой-ой-ой, как меня насажали. Зачем так было помогать, скажи мне? Я тебя просил мне помогать, я еще... Зачем? Я откинул флешку и ухожу в мейн. Ну, у меня позиция плохая, все равно на планете. Нахрена ты спрыгнул и пошел мне помогать еще? Они уже у мейна в упоре. Спрыгнул я, потому что внизу бегали. Но оказалось, это свои. Они как бы уже в упоре. Ты вышел просто и слился. И меня слил. Потому что если бы я один забежал в мейн, они бы даже не заметили, что я туда забегал. Все, не спрыгиваю. В этот прист хаебла. Я отпустил улицу. Интересно, я желтый прострелил. Ты где? Ты на балках, да? Нет. Нет, не ты. Ты на рампе, да? Да. Под 9 убил. Где враги? Меня зарезали. А враги на рампе 4. А вот так вот. Так, а где должен убежать? Надеюсь, они не слышат ничего. Как я попадаю, это хорошо. Рампа много. Нулей еще. Хм, а кто мне что написал? Не попадашки. Ты слился, да? Да. Бога? Ну, просто были не попадашки. Ну что, закуп? Да. А наших сейчас будет слив. Сейчас тебя подмену. Они по 5 скупали. И эмки. Че у тебя заган? Кольта. Давай я тебе помогу, а отдадим. А потом отбивать будем дружно. Ну не отобьем. Да отобьем. Нет, мы вдвоем. Да отобьем. Да говорю, отобьем. За красным помоги. А, все, 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 не помогай. Не помогай. Все, я ушел. Тебе снизу помогу. За тройных. У приста. Минус он. На углу. Боцкой? Да. Боцкой? Да, 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 угу. Да. Не вижу. Не лезет. Я его смотрю со стекол. Все, уйди. Все, ушел. Рампа есть. На ноль ушел. Ой, я живой. Да он не слепнет. Ну или я не попал. В общем, выходит рампу.
зафейлилась последним. Радио. Ну, есть на улице, а тут просто на сервер, сервер хороший. На мейне. Тут не попадается по пуле. В мейн зашел. Mm-hmm. Вообще не попадается по пуле. Кишка упал. Бежал по балкам. Ну ладно, я наверху постою. Ласт внизу. Нет. Да? Ласт на рампе. Прям на рампе? Да, на усах. А свой где, на железе? Да. Че, он пробежал? Глупый вопрос, это свой был. Радио. Один. На нуле есть. Вышел в присте, короче. Все, нет приста. Что это? Захар, нас отвлекают. Крутился в штоль. Мясо. Нет, зайди на сервер. Все, буду до один доигрывать по ходу. Захар, походу, порет. Или что там с ним делают? Алло. Мне уйти надо. А? Мне уйти надо. Сейчас я попрошу выйти. Да я уже вышел. Да не тебя. Нет, не, я не пойду больше. Я больше не буду. А, ну ладно. Давай. Все, ББХ? Да, ББХ. Ну что, доиграем миксец и на сегодня все. Закончим. Будет у меня Сёгун Total War второй на повесточке. Эх, поползли в аркаду с горя в такую неадекватную. Ой, флешка промазал. Оп, хе. Оп, никто, никого не было. Враги на желтом, на нуле небось. Нифига не чекают. А я оп такой красивый. Взял, зашел, убил желтый.
Я вообще красивый. Ой, пацаны, какие же нубцы противники. Вы это видели? Два затылка. Его было слышно. Все по чесноку. Губ. Чуваки, заходите. Надо погамать. Захар не придет. Ждем первой победы за сегодняшний день. Типа нормально, что он за мной ведет? Ведет просто прицел за мной. На, дебил. Чё, на, враги. Да я не верю. Нет, внизу. Но враг-то может быть наверху. Я не пойду, мне страшно. Что можно сделать? Можно остановить фаста, если он будет. Остановим фаста. С флешечкой грамотной. Встанем за желтый. Как делали Бирмингем Сальва в свое время. Не, не нравится позиция. Враг-то есть. Враг-то на нуле есть. Все, Захар ушел, некому смотреть прист. Плейбокс не спас ситуацию. Ну еще один фуршет. 96-го года. Ладно, дигловая отдача еще можно понять. Кропчик, братишка. Пузян. Давай еще пузянов, Груман. Чё, продолжаем? Грабить на балках. Поиграем в крысу. Супер долгий дефенс. Даже если плент внизу поставят, не уйду. Сейчас должны пойти в приезд. Лол, бомбу убил. Что творит чувак? Куда он подсадился, что ли, на балку? О, бомба у меня. Ха-ха. А я как ослеп. ГГ. Как ослепило-то.
Все вроде по красоте сделал. Но флешка под ногами не дала шансов. Даем флеш в будочку. Бежим, 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 бежим. Ой-ой-ой, выходит фаста. Жить. Еще зашел на плент, ничего не происходит, ничего не делает. А, сидел за желтым, понятно. Понятненько. 8-3 летим. Четвером играем. О, за меня спаситель просто идет. Спаситель играть идет. Тащун. Лид 1337. Нейден. Только что нас обыграл со счетом 25 на сколько-то за КТ на Д2. А я падаю. ВП перед будкой. Ага. Я знаю, ты тут. Нет, все. Нету. Ой, испугался. Ну ж как так-то? Не попадает в голову сегодня на дальние дистанции. Ну, вот же ж инвалиды. Давай, пацаны, надо меня убить. Задача на раунд. Убить меня на... Го выполнять. Чувак решил спрыгнуть в кишочки. Может, вылезешь оттуда? Оп, вот он, вот он. Вот он, Кроссовелла. Еще один. Свой, что ли, бегает? Я внизу? Оп, ран взят. Говорил же, надо крысить. Только так придет победа. А, чую, 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 будет плохо сейчас. Нет, неплохо. Живем. Эпичный врыв с пяткой. Ни в кого не попал. Ну, давай попробуем с девяточки поубивать. Ай. А у них подсадка в 9. Они совсем четкие. Че, Нейден уже не жарит так, так как делал. Эх, Нейден, Нейден. Раунд-то не взять. Он со стекол убивают. Ну лучше ж включил бы сейчас, не знаю, чтобы мы выиграли. Паника, паника. Илхам. Бомба внизу.
Шансов мало. Что надо бежать и попадать в голову с этого говняного пистолетика. Пойдем на улицу. Две пули в голову, две пули в голову. Раз тычка, два тычка. Нет, да красный мы решили не смотреть. К сожалению. Еще... А, нет. Поменял позицию уже фетиш. В метро находится чувач. Хорош, Нейден! Дави их! Дави их, семью ХП! Фетиш берет раунд. Ай-яй-яй. Хорош, Илхам. Фестиш. Называем вещи своими именами. Отстреливаем окошки. Че, надо подержать аркаду будки. Издали. Может, что путное выйдет. Ну, не спас тиммейта. Где топают? Ага. Вон он. Топотун. Блок, что ж такое-то, а? Как напугали меня челы. Опять четвером. Гоу тащить. Почекаем уль... Ой-ой-ой, один не пойду. Ой, один не пойду. Ой, плохо будет. Прям вот сейчас напрячься. И взять раунд. Вот тут скрип аркада. Ставим. Да пошел ты! Обновим дымок. Хороший, кстати, дымок за дальним стоять. Еее! Выжил. Первый раз вижу такой дым. Закрывает полностью выход с девятки, зато сможешь смотреть кишки и будку. О, косая флеш. Что это мне пишет? Пошли в жопу. Крошить меня пытаются. Ну давай. Есть! И лаз девятки. Ну, походу. Чё, нету его? Ах, я в скрипе не заметил. Как я его не заметил-то?
Скрип же, чувак. Ну скрип. Давай, не паникуй. На, все, ГГ. Запаниковал. Не отвернулся от флешки. Как я убил того? Просто в пузо? ОВП у них нет. Есть только больной фетиш. Ну, не вовремя. РКД-радио. Ой, РКД-радио. Вот Нейден разошелся. Вот чувак мне возьмет игру. Не, не возьмет. Сзади бегут. Режут. Ой, печаль, бомба диффузится. Плейбокс ты, ну бац. Ну бац. Давай, разбейся. Молодец. Молодчинка. Так, ХЦ и текст. Ноль. Сколько там раундов? 13. Не, ну можно выйти, а попробовать. Все дела. Там. Ой-ой-ой. Там попырить. Прист. Ой, страшно как. Хотел в будку зааркадить. Я не дождался. Ливану-ка я отсюда. Опа. Все, в будке враг. Есть. Есть. Ну, смотрит кишку. О, раунд взять можно. Ставится плент. Бомба не кроется. Талантливые игроки замечены. Можно брать сборную. Вражин в кишке. Чё там? Маловато фрагов было. Чё тут есть холокост? Так, это прям вот так вот. Да, всем привет еще раз. Все, я погнал играть. Раунд-то надо брать. Куда ты убегаешь, диглец? Да, смылся. Да попади ты. Такой я просто вымер. Где враги-то? Девятку кидают, что-то свои. Но молчат. Думаю, надо в дым поставить. Нет! Враг, враг на пунте! Нет! Нейден. Какой красавчик. Не прикрыли, правда, когда ставил. Дым спас. Рез был? Да, был. Сейчас попробуем 9 убить. Ну-ка, ну-ка. Враг-то за желтым.
Аркадить не хочет. Себе еще знал, где прострелы по желтому. Ой, аркада, аркада, аркада. Аркада, это хорошо. А ему похрен. Ай, боже, вот так раунды отдаются. Сколько там, 15? Ой, хорош. Хнык-хнык. Хе под ноги. Так, ну-ка, есть тут кто? Есть. Все, да? Эй-эй-эй. Ну же, давай. Я тут. Не, не пойдешь. Сколько против меня? Ща мы схитрим. Нет! Я знаю, где враг. Да лол! А чё я с пристройки слышал? А, у них в обоих ВП. Как я себя сам обманул. Лол, за дальним было в девятке. Фу, отдача. За ближним. ВПшники-то какие тетки. Вдвоем улицу смотрят. Давай, Нейден. Бог КС, давай. Нет, не можешь, да? Ну, последний пулей зато. Ух ты, хорош! Ой, ё-моё, что делает этот игрок? Один в один, 40 кп, и сзади... Да, не хватило. ГГ, ребят. Все, на сегодня заканчиваю. Тяжело одному играть, конечно. Вот. Завтра, может, еще раз продолжим. Сегодня Захар был не в форме, я первый раз играл там за какое-то время. В 12, скорее всего. И ожидайте, в четверг мы начинаем серию, трехдневную серию стримов с ЦПХ Games, с грандами КСС. К сожалению, не получится у меня показать чемпионат по CSGO. Ну, да ладно, четвертого. В общем, всем спасибо, до завтра.